овощное рагу из кабачков со сметаной и куриным филе. Морковь, помидоры, сладкий перец, острый перец. Кабачки нарезаем. Помидоры нарезаем. Куриное филе нарезаем. Сладкий перец нарезаем. И нарезаем морковку. Все продукты подготовлены. Теперь закидываем куриное филе в казан и обжариваем до золотистой корочки. Куриному филе закидываем нарезанную морковь. Теперь закидываем кабачки и перемешиваем. Далее закидываем все остальные овощи, кладем приправы, перец, соль. Хорошенько перемешиваем. Теперь я закидываю баночку сметаны, вот такая у меня на 300 грамм. И опять все хорошенько перемешиваю. Теперь закрываем крышкой и оставляем на полчаса. Ну что ж, полчаса прошло. Кабачки наши полностью готовы. Раскладываем по тарелкам. И вот такая красота у нас получилась.